Добрый день, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. И в этом видео мы рассмотрим топ-5 самых точных стратегий для бинарных опционов на 5 минут. Все рассматриваемые нами точные стратегии на 5 минут для бинарных опционов подходят для терминала MetaTrader 4 и используют только классические виды опционов, а именно call и put. Торговые инструменты при торговле по данным стратегиям для бинарных опционов можно использовать также любые. И это валютные пары, акции, криптовалюты или сырьевые товары. Время для торговли лучше всегда выбирать самое волатильное и активное, а именно с 8 утра до 8 вечера по Москве. А экспирация для всех стратегий используется в размере 5 минут. Первая стратегия для бинарных опционов на 5 минут – Flash FX Scalper. Данная стратегия является платной сигнальной стратегией с элементами скальпинга и трендовой торговли. Состоит данная стратегия из нескольких сигнальных индикаторов, это стрелочки и большие точки, и информационной панели, которая помогает определять тренд, а также дает сигналы в виде квадратов разных цветов. Правила торговли по данной стратегии на 5 минут являются довольно простыми, и опционы call покупаются, когда название выбранного инструмента на панели окрашено в зеленый цвет, также квадрат под выбранным таймфреймом также окрашен в зеленый цвет, на графике появляется зеленая стрелочка и цена находится над серыми большими точками. Опционы put покупаются, когда название выбранного инструмента на панели окрашено в белый цвет, квадрат под выбранным таймфреймом также окрашен в белый цвет, на графике появляется белая стрелочка и цена находится под серыми большими точками. И на данном графике отличным примером для опционов call являются данные сигналы, а для опционов put данные сигналы. Но не стоит забывать, что в момент совершения сделок также всегда нужно обращать внимание и на панель справа. Вторая стратегия для бинарных опционов на 5 минут – M5 Scalping. Данная стратегия состоит из уровней, которые строятся автоматически, двух индикаторов фильтров, которые находятся в подвале, и сигналов в виде стрелочек. Также в этой стратегии текущий торговый день окрашивается серым фоном для большего удобства, и в левом верхнем углу присутствует небольшая информационная панель. Правила торговли по данной стратегии для бинарных опционов на 5 минут еще проще. И для покупки опционов call необходимо, чтобы на графике появилась белая стрелочка, направленная вверх. Также цена должна находиться рядом с уровнем, и это обязательно. И лучше всего, если цена будет выше уровня. И индикаторы и фильтры внизу должны окраситься в синий цвет. Для опционов put необходимо, чтобы на графике появилась белая стрелочка, направленная вниз. Также цена должна находиться рядом с уровнем, что опять же обязательно. И лучше всего, чтобы цена была ниже уровня. И индикаторы и фильтры внизу должны окраситься в красный цвет. И на данном графике можно видеть, что в местах, где появляются сигналы именно на уровнях, сделки чаще всего отрабатываются в плюс. Конечно, сигналы данной стратегии можно использовать и без уровней, но точность сигналов может снизиться. Третья стратегия для бинарных опционов на 5 минут – 5M Binary Options версии 6.1. Эта стратегия является самой простой стратегией для бинарных опционов на 5 минут из нашего топа, так как включает в себя всего два индикатора – сигнальный – это стрелочки – и осциллятор в качестве фильтра. Подвальный осциллятор построен на основе скользящих средних и индикатора стохастик осциллятор. Правила торговли по этой стратегии также просты и включают в себя всего два пункта. И для опционов call необходимо, чтобы появилась голубая стрелочка, после чего точки осциллятора в подвале стали синего цвета. Для опционов put необходимо, соответственно, чтобы появилась желтая стрелочка и точки осциллятора в подвале стали красного цвета. Также стоит добавить, что если точки осциллятора находятся ниже уровня 20 или выше уровня 80, то это наиболее лучший вариант для совершения сделок. То есть для опционов call в идеале, чтобы осциллятор находился ниже уровня 20, а для опционов put выше уровня 80, то есть в зонах перекупленности и перепроданности. Но это не является обязательным правилом. И в данном случае можно видеть большое количество сигналов, которые с экспирацией в 5 минут принесли бы прибыль. Следующая стратегия для бинарных опционов на 5 минут – Binary System. Стратегия Binary System включает в себя 15 индикаторов для бинарных опционов и рынка Форекс
но часть из них является информационными и для сигналов используются лишь 6 индикаторов. Сама стратегия является канальной, и торговля ведется в канале, который строится автоматически. Также в стратегии есть локальные уровни поддержки и сопротивления и более глобальные уровни спроса и предложения. Помимо этого она включает в себя осциллятор, гистограмму и фильтр. Также в стратегии присутствуют некоторые информационные панели. Правила торговли по данной стратегии немного более сложные, и опционы колл покупаются, если появляется стрелочка, направленная вверх, цена должна находиться на нижней границе канала или рядом, или находиться над средней границей канала. Должен появиться локальный уровень, синие точки. Также должна появиться зеленая точка. Индикатор стоп барс и стоп гистограмм должны стать зеленого цвета, а индикатор процент R должен находиться выше sell zone. Опцион и put покупаются, если появляется стрелочка, направленная вниз. Также цена должна находиться на верхней границе канала или рядом, или находиться под средней границей канала. Должен появиться локальный уровень красные точки. Должна появиться красная точка. Также индикаторы стоп барс и стоп гистограмм должны стать красного цвета, а индикатор процент R должен находиться выше buy zone. И на данном графике отчетливо можно видеть сигналы для опционов call и put, которые удовлетворяют всем вышеозвученным правилам. Последняя стратегия для бинарных опционов на 5 минут из нашего топа – стратегия Magnetic. Эта стратегия основана на индикаторе зигзаг, который выступает в качестве указателя тренда и как сигнальный индикатор. Также в стратегии есть другие трендовые индикаторы, фильтры в виде осцилляторов и гистограмм, а также панель с таймфреймами и сигналами. Для покупки опционов колл по этой стратегии необходимо, чтобы зигзаг показал стрелочку вверх, цена была выше зеленых и голубых точек на графике, также индикатор M5 Forex Supreme Filter был окрашен в голубой цвет, таймфреймы M1 и M5 на панели в левом верхнем углу были окрашены в голубой цвет, на индикаторе RSI TS New отсутствовали желтые точки, которые означают flat. Линия индикатора RSI TS New находилась выше уровня 50 и ниже уровня 70. Для покупки опционов put по этой стратегии необходимо, чтобы зигзаг показал стрелочку вниз, цена была ниже зеленых и голубых точек на графике, индикатор M5 Forex Supreme Filter был окрашен в сиреневый цвет, таймфреймы M1 и M5 на панели в левом верхнем углу были окрашены в сиреневый цвет, на индикаторе RSI TS New отсутствовали желтые точки, которые означают flat, и линия индикатора RSI TS New находилась ниже уровня 50 и выше уровня 70. И на данном графике можно найти несколько примеров хороших сделок, которые принесли бы прибыль, если соблюдать все правила. Обратите внимание, что любую из данных стратегий можно сделать более точной. Для этого необходимо придерживаться некоторых правил. Самым основным правилом является торговля по тренду. Если вы не знаете, что такое тренд, то обязательно посмотрите наше видео, ссылка на которое находится в правом верхнем углу. Помимо этого можно использовать технический анализ. Данный анализ включает в себя построение каналов, определение фигур и умение определить важные ценовые уровни. И совмещение таких знаний вместе со стратегиями обязательно принесет прибыль. Помимо этого можно и изучать price action, свечной анализ и графический анализ, что даст возможность дополнительно подтверждать любой сигнал точными и эффективными свечными и ценовыми формациями. И так как мы не проверяли эти стратегии на долгом периоде, то перед их использованием обязательно проверьте и протестируйте их на демо-счету, чтобы убедиться в том, что они смогут приносить прибыль. И конечно же не забывайте про правила money management и risk management, так как они помогут уберечь ваш депозит от потери. Если данное видео было для вас полезным, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал. И нажмите на колокольчик, установив в настройках уведомления на все видео, чтобы не пропустить обсуждение самых интересных тем с нашего сайта. Желаем удачной торговли!